Не первый раз. Третий. И что, каждый раз вот так просто берешь и отдаешь? Так, ну я в Москве. Тебя поздравить можно? Ты мать. Я так понимаю, теперь все по беспределу будет. Ну, а ты как хотел. Ты у нас серьезный государственный деятель. Был. Я так мечтала о такой жизни. Мне кажется, что твоя мама и бабушка сейчас волнуются, мягко говоря. Я буду лишать их родительских прав. Зачем вернуться? За справедливостью, Вадим. Передашь Глебу распоряжение, чтобы половину припрятанного он оформил на меня. А я, в свою очередь, отдам ребенка. Я по уши в твоих проблемах. Я уничтожу тебя и твою сраную клинику, потому что ты просрала моего ребенка. А Мишка спрятался. У нас есть специальные люди, которые в данный момент разыскивают Александру и вашего малыша. Я выполнила свою работу. О, Господи, что за время такое? Где спокойно быть нельзя. Хоть бери сама рожай.